Друзья, всем привет! Стартовал третий день Урала на Кипре. Через несколько минут наша команда на автобусе отправится на тренировку. Ну а в холле отеля уже сидит Николай Димитров. Коль, привет! Чем вообще занимаешься? Ну, Паша, ты чё? Сегодня есть большой праздник. Праздник журналистов сегодня. Ты же не знаешь это? Друзья, точно, сегодня 13 января, день российской печати, профессиональный праздник всех журналистов в нашей стране. Ну и наш с тобой, мы же тоже теперь журналисты. Я тоже, да. Я тоже праздную сегодня. Коль. Вот я газету взял, на тебя тоже одну взял. Так. Почитай со мной. Да, у нас как раз есть несколько минут до тренировки, до выезда на тренировку. А мы с тобой газету читаем. Что бы ты пожелал журналистам нашей страны? Ну, с первым, с праздником. Потом хочу пожелать хорошим статьям, честным статьям, что меня обманывает и себя, и людей. И, конечно, про Урала всегда хорошо нужно писать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли нас с праздником поздравить? Да. Очень уважаю ваш труд, поэтому солидарен с Колей. Он все-таки, надо признать, был первее, чем я. Но он, правда, сейчас уже коллега, поэтому поздравляю вас от души. Желаю творческих успехов. Передаю привет всей пресс-службе. Будьте такими же прогрессивными, креативными. Всего вам хорошего. А как нашим студиям? Вам нравится? А, студия просто... Да. Хотелось бы, чтобы у вас собеседники сегодня были самого высокого уровня. И вот это значит, что она работает, да? Да, красная мигает, значит, она работает. Хорошо. Самое главное придерживать, чтобы батарея не выпала. Ага, понял. Вот, и все. То есть, вот если так будешь держать, то ничего не случится. Вот так можно держать, да? Хорошо. Доки, ты знаешь сегодня какой им праздник? Привет, Коля. Какое сегодня число, ты мне скажешь? 13-го. Старый Новый год, знаю. Это Старый Новый год – это одно, а потом еще один большой праздник. Какой же? Моей и Пашка праздник сегодня, День журналиста. Сегодня День журналиста? Конечно. Не знал такого праздника. А какие пожелания у тебя к журналистам? Скажи, что поздравляю. Не очень их люблю, но поздравляю. Но они же у тебя них любят. Своя работа. Они меня, может, и любят. Пусть свою работу делают честно. А про Урал хорошо нужно писать всегда, да? Про Урал нужно писать правду. Хорошо, и про медицину, правду. И про медицину, да? Про все надо правду писать. Хорошо, док, спасибо. Всем журналистам удачи. Вот у нас сегодня вторик госбилдоктор. У наш медицинский состав очень большой. Сейчас вам покажу, когда в автобусе заходим. Вот, сейчас хочу показать наш водитель. Good morning, my friend. Good morning, my друг. Эй, молодец. Вот сейчас покажу. У нас армянская машина. Скажи привет, брат. Сегодня большой праздник. День журналистами сегодня. Вот. Сейчас пойдем в один человек, который он каждую неделю идет в студию какой-то там, комментирует. Мы же вообще не знаем, он комментатор или футболист просто. Межганев, и к тебе придем потом, брат. Спасибо, поэтому шапочку постави, брат, какая-нибудь. Андрюха. Да. Брат, сегодня большой праздник, ты знаешь это, да? Да. Старый Новый год, это уже второй, да. Это не так большой. А День журналистами, да? Да, отмечаю тоже. Ты же тоже отмечаешь? Ну да, ну, да. Брат, с праздником компания, тебя так, с праздником. У нас был очень большой состав, да? Очень, он с каждым разом пополняется тоже. А что ты хочешь пожелать на твоей коллеге, журналист? Побольше материала вкусного. Да, вкусного? Чтобы, ну, вкусного, сколько? В смысле, чтобы бомбовые были статьи, понял. Чтобы вот это побольше сенсаций, интриг там. А честный или нечестный? В зависимости от ситуации. Андрей, скажи, матч-премьер тебе платили в декабре, а ты постоянно у них на эфире был? Да, доплачивали, конфеты. Уже аванс дали, да? Ну, сейчас зарплата 28-го даже. Они по карте тебя привели? Да, конечно. О, молодцы. На Сбербанк онлайн. А журналистов поздравляю всех с профессиональным праздником. Вот, будьте честными, объективными и веселыми. И случаем передает отцу своему привет и поздравляю его с днем рождения. Он день рождения? Да. Ой, молодец, он на хороший день родился просто. Молодец, поздравляю. Денис, привет, брат. Привет. Как ты? Нормально, так ты как? Брат, я же видел тебя, ты же тоже бежишь на дорожку, да? И вот это держал. Да, понравилась тебе журналистическая профессия? Нет, если честно. Не понравилось? Никогда не выбрал бы такую профессию. Ну, ты же такой солнечный парень, брат, нужно показать вот это. Давай пожелай что-нибудь на журналистическую профессию. Ну, поздравляю всех журналистов с этим праздником профессиональным. И желаю успехов, наверное, творческих идей, что ли. И быть честными и откровенными. Да. А про Уралы нужно писать или нет? Ну да, чтобы пару материалов таких, как вчера написали, как мы на пикапе проехали. И тогда, мне кажется, их повыгоняют. Артём!
Артём Фидлер, ты же куда, брат, проехал? Вот так, мимо. Мимо проехал, брат. Сегодня день журналистики. Артём попросил его не тревожить, потому что он в декабре очень много для пресс-службы сделал. Он тоже, можно сказать, связан. Он тоже на зарплату, да, журналист? Брат, ну ты на твоей коллеге нужно пожелать что-нибудь? Нет? Ну, брат. Праздник, что ли? Тем праздником журналистами, брат. Серьезно? Да, да, поэтому пожелай чего-нибудь. Сегодня, да. Пожелай чего-нибудь. Я его потом лично скажу. Но это не только Паша, брат. И Панюк тоже празднует сегодня. О, у нас журналист придет сейчас. Самый большой аниматор. Брат, сегодня большой праздник, знаешь это? Брат, подожди, тебя пару слов. Сейчас. Сегодня большой день, знаешь, праздник? Да. Какой? Старый Новый год. Это остави в сторону, брат. День журналистами сегодня, брат. Ага. Да, пожелай что-нибудь. Кому, тебе или журналистам? И меня, и Пашку, брат, Панюк. И ты же тоже бил студию, брат. Каждую неделю в студию ты идешь. Ты же на зарплату уже в матч тебе, да? Можно мне материться или нельзя сюда? Нет, нельзя. Можно я пойду? Он потом обречет. Скажи просто что-нибудь. Пожелаю всех журналистов с праздником. И? Желаю хороших статей, честных, правдоподобных, интересных, чтобы читателям нравилось. Спасибо тебе. По закону подлости, за несколько минут до выезда команды на тренировку начался дождь. Правда, пока мы ехали, он немножко спал, и уже не ливень льет здесь, в Пафосе. Но, тем не менее, все равно уже погода довольно неприятная. Пока футболисты прячутся под крышей, но недолго придется им это делать. Юр, скажи, надо ли надевать специальные бутсы, если вот такая мокрая погода? Юре точно нужно надевать. Мне ничего не поможет. Какие бы бутсы ни одел. Если ты умеешь, ты умеешь. Вот Сереге надо подбирать, понимаешь? А я в любых выйду и исполню. Терек в этих бутсах уже, брат, 4 сезона за Урал играет, и ничего их, понимаешь, они мешают забивать ему бутсы. В любых. Эрик, у меня такое ощущение, что с тебя до сих пор не сняли маску, которую надели тогда на медосмотре. Да, здесь еще дают маску, брат. Но у меня вопрос, почему все стоят, разминаются, а тебя не пускают? Не, я сейчас подожду. Тут до двух ошибок. Есть пять! А потом? Двух ошибок и две ошибки набираешь, получаешь по заднице. По кругу проходишь, получаешь по заднице. Вот, и то бишь, если у кого-то одна уже есть, а ты заходишь, то ты уже с одной заходишь ошибку. Дмитрий Владимирович, журналист у нас еще Николай Димитров, он сегодня очень много наснимал. Нет, ты побежишь. Ты же официально. Конечно. Официально? Давай. Туннель тебе. С камерой иди. Подожди, праздник официальный? Официально? Да, день российской печати сегодня. День первый российской выпуск печати. Ведомости вышел. Ты тревожишь, как-то. Я журналист, да, у Паши. Давай сюда. Пусть его снимут. Камеру возьмите. Давай, я сниму. Возьмите. Спереди встаньте. Ближе. Паша, включена камера. Давай, дави. Паша Молочек. Очень круто. Привет и стой. Я понял. Получше раздаться сейчас. Сейчас будешь задний. Когда хочешь? Задний, да. Порвать. Вот это Ленинград сразу. Два 64. О, как надо делать? Ну-ка, ты знаешь, надо скачаться. Скачаться, да. Просто скачаться. Да. Пятки на носок, знаешь? Какой техник? Да, 40. Еще один. Вторая. Еще один фидер. Вторая еще. 46. Как ты лучше? Опа. Да, упал нельзя. Попытки не считаются. Красная. 86. 276. Сколько раз можно? Два, две попытки. Хорош, рекорд пока пошел. Пятьдесят шесть.
А, кто выиграет? Дина Палки и Привер. Стой на место. Зафиксировать. 64. Ярослав, а на что поспорили? Не, это как рейтинг. Здесь не спор. Ну так, условно защита. 81. Андрей Владиславович, довольны прыгучестью? Доволен, еще нужно проанализировать. Влад, давай в школу. День печати в Урале подходит к концу, но в завершении этого дня у Бороздата Раяна есть что сказать журналистам из Армении. Ну, вообще хочу поздравить всех журналистов с Днем журналиста. И хочу поздравить и мои пожелания сказать армянинам, журналистам. Хочу, чтобы они были честными, объективными. И после этого их материалы будут более интересными для людей, болельщиков. Поздравляю всех с Днем журналиста. Всех с праздником. Всем пока.